про американську драму та можливі наслідки такої неприємної залученості України до політики у США поговоримо з Вадимом Карасьовим, політологом, який дуже добре розуміється на цій темі. Пане Вадиме, я, як завжди, радий вас вітати у цій студії. Ну що, ваш прогноз? Буде імпічмент Трампу? Не буде? І як довго взагалі буде все це тривати, вся ця історія, вся ця американська трагедія? Ну, до президентських виборів, так, і там вже результат покаже. Імпічмент, скоріше, ні, чим да. Потому что в Сенате республиканское большинство, а Сенат выносит решение. Так? Это раз. Во-вторых, в демократической партии сегодня все-таки нет единственного лидера. В связи с скандалом Байден тоже выходит, по крайней мере, сейчас теряет рейтинги. И вообще у демократов нет своей внятной повестки. У них главная повестка – это импичмент Трампа. В то время, как у Трампа, есть своя, скажем так, социальная, экономическая и геополитическая адженда. Конец глобализации, да здравствует национализм и протекционизм. Что, в общем-то, в средних классах, так, особенно в глубинке американской, пользуется спросом. Поэтому я даже думаю, что импичмента может он избежать, и есть шансы повторно выбрать. Володимира Зеленського зараз постійно, майже на кожній зустрічі з пресою, питають саме про перемовини з американським президентом, про нашу залученість до американської політики. От ваша оцінка, чи правильно Зеленський реагує, чи не говорить він зайвого? Наскільки він обережний в своїх коментарях? Ну, мог наболтать лишнего, сказать лишнего, так? Хотя бы не сказал, что вот безукоризненное, скажем так, поведение. Но, тем не менее, по большому счету, пока не втянули в этот скандал, кроме вот этих распечаток телефонных разговоров, но они же не предназначены были для публики. По крайней мере, пока я так вижу, что маневрируем, так сказать, не хотим вот участвовать в этом внутриамериканском батле. Потому что, с одной стороны, выиграть Трамп, выиграть демократы вдруг тоже отношения испортятся. Но тут важно еще один момент учитывать. Неважно, кто выиграет, демократы или республиканцы, все равно Америка будет замыкаться в себе. Это тренд такой. И не лише от Украины, от Да, России. Да, она из Европы уходит, кроме давления, кроме такой энергетики. Взагалі, мы сейчас у насколько токсичную историю вляпались, насколько это будет довгим ось цей шлейф. Ну, дивіться, зараз, наприклад, в Америці, в Україні немає американського посла, є тимчасово повірений у справах, і багато хто говорить, що це через те, що провідні дипломати не хочуть просто братися за нашу країну. Як довго це може триватися? Ну, я думаю, що до президентських виборів в Америці це може продовжатися, тим більше Вільям Тейлор, він був послом і достатньо опытный дипломат. Но еще один момент. Там же кризис в Госдепе. Сейчас мы видим, какие отставки идут. Так, потому что многих вызывают на допросы. Ну, не допросы, на слушания в комиссию. Многие замешаны в каких-то скандалах. Там тоже сейчас трудно найти сегодня хорошего посла для того, чтобы сюда послать. Поэтому думаю, пока Тейлор справится с этой задачей. Что касается токсичности, да, какой-то степени токсичности. Мы неинтересны уже как какой-то стратегический, скажем так, субъект. Так, как игрок в каких-то больших стратегических раскладах для Америки. Мы как раз им важны вот с этой точки зрения их предвыборных вещей и вот этих всех скандалов. И, конечно же, в связи с этим был смазан визит в Нью-Йорк. Не знаю, когда состоится визит в Вашингтон и что там говорить. Вот визит в Вашингтон, так? Наша новая команда, президент, они желают этого визита. Ну хорошо, если вдруг Трамп согласится на этот визит, в чем я сомневаюсь? О чем говорить сегодня до президентских выборов? И вообще сегодня Америка бросила Украину, так сбросила на Европу, на Францию, Германию. Вот нормандский формат есть. Ну и, как сказал Трамп на этой встрече, ну вашу проблему вы там решите как-то сами или с Путиным, или в рамках нормандского формата. Если говорить про войну, то вы на эту тему так плавно перейшли. Да. Судячи из интервью Зеленского, схоже, что он щиро вірить, що йому вдасться припинити війну на Донбасі. Як ви вважаєте, наскільки це реально? Желання в нього є таке, так? А який вихід у нього? У нього немає виходу. Йому треба або мир, тому що війна – це не його, во-первых, так? А во-вторых, його збирали не для війни. Продовжувати політику Порошенко не може, тому що він не дипломат. Порошенко мог продовжувати цю політику ні війни, ні міра, імітуючи как бы желання реалізації Мінських соглашень. Придеться. И, конечно же, придется рисковать рейтингом и как-то объяснять обществу. Ну, как? Тут алгоритм понятен. Это формула Штайнмайера, разведение войск, встреча в нормандском формате, обсуждение закона о выборах и амнистия, модальности их, и назначать выборы. Ну, щодо розведення військ, є же спротив всередині країни. Що зараз робити ситуації на Луганщині? Я маю на увазі про Золоте. Там тривають пікети, да? Без цього, якщо це не припинити, не може бути зустріч у нормандському форматі. Що тут робити, Зеленський? Ну, перед 14
11 октября перед Покровой и Днем Украинского войска. Это такие значимые, знаковые вещи. Так особенно для национал-патриотической части общества это делать не надо сейчас. Никаких силовых там разгонов и так далее. Но я понял, вот со вчерашней пресс-марафона президента, они будут пытаться убеждать вот эту часть патриотическую для того, чтобы они поняли, что где можно пойти на уступки, где власть не будет идти на уступки, я думаю, что это правильно. Силовым путем сегодня невозможно просто этих ветеранов, молодые, сильные ветераны войны, они тоже умеют, знают, что такое сила, что такое военное насилие, с ними надо именно надо объяснять, пояснять и так далее. Будемо сподіватися, що будуть знайдені слова для правильної комунікації, вся ця ситуація теж складнається. Вадим Карасьов, політолог, відповідав на мої питання. Дякую вам, пане Вадиме.